Всем привет, пупсики мои. Пятница, выходной день. С Анютой только приехали. Ем виноградик вместе с Софой. Софа болеет. Анюта мне. Я только помылся. Чисто. Анюта говорит. Так не так. Вот, ну что, вот так. Да. Херня какая-то, на. Шляпка. Непонятно. Что купили? Что это? Набор стержней клеевых. Два штуки. Какие-то модные пряники. Это зебры, они, короче, очень вкусные. Такой оловянный солдатик. Такая шишка с этим. Сами могут поделки делать. Я им даже орехи. Грецкий оставил на поделке. Потом вот это голуби или кто это хер поймет. Бабочки. Ну тут она краску себе взяла. Фикс-прайс я себе взял. Фикс-прайс тоже были. Взял себе для мочи. Мне надо. В понедельник комиссию буду проходить. В срочном порядке. Малиновая губка ластик. Вот эти губки очень хорошие. Рекомендую. Какая, да, малина? Меламиновая? Да какая разница? Ножницы купила? Тебе кетопрофен не нужен? Ну, скоро будет нужно, походу, дело у меня болит. Это, ножницы купила? Да себе купила. Для... Ножницы купила себе. Для этого. Вот эту себе тоже купила. Кинет где-нибудь, бросит и все. Ниточки купила. Ну что ты делаешь? Я его скрутила. Скручивай теперь. И коврик вот такой. Скручивай. А, селедку свежую. Говорит, хочу попробовать зубную пасту. Зубная паста какая-то странная. Эти, бабушка сидела с Софой, кашку принесла. Эти как они? Ну, там убрала персики. Ой, персики, апельсинки, то есть все. Не смотрите, штаны модные, а? Бля. Огонь. Вообще, я увидел, как кастик этот. 999 в акции. Стоил когда-то 2. 2500, что ли? В следующем лете буду в штанах в таких гонять. Подачи. Че бы нет. Короче, сейчас будем сидеть дома. И ничего не делать. Скукота. А вон еще пакет есть. А вон пакет. А, ну да, вот еще. Набрала себе этих. Не видно, темно. А пряжу всякую. Пряжу всякую. Яблоки, мандарины, да и все. В принципе, как и все. Яблоки, души, мандарины. Ничего особенного. Зубная паста. Хочешь попробовать? Я не ем ее. Ну, просто попробуй, какая она на вкус. Так попробуй. Знаешь, что? Мятная такая, прикольная. Ну да, ноги ей мыть нормально. Хироги, блядь. Она как раз как гель для душа. Так, хирилу надо сказать. Так что, короче, как-то так. Сейчас, может, будем что-нибудь готовить. Хотя я бы ничего не готовил, у нас все есть. Еще все. Все вчера приготовлено. Вчера супчик готовили они. То есть все. Проходить не заново медкомиссию, короче, надо. Сегодня я был, все узнал. До 27-го надо успеть. Я хочу уже сесть. С дополнительными врачами. Поделать. Короче, ладно, включимся. Потихо будем что-нибудь снимать. Все, Анютка нарезала скумбрии и вот столечко. И селедочки. Сегодня пятница, рыбный день. Селедочка. Очистила от косточек. И варит картошечку. По мундире. Сейчас поедим, да будем смотреть, как она подушки делает. Да?
Так что как-то так. Рыбочка. Риба. Я до того довел свой этот, что он уже морщинистый. Он уже мягкий становится. Его надо сорвать и делать. Сижу, наслаждаюсь вот этой красотой. Да, ароматическое масло будет тогда очень хорошо. Только что ездили, даже масло не купили. А, да, еще вон что она приобрела. Сольница или перешница. Вот такая. Бесполезная вещь. 4 батарейки. Только свет жрать. Бесполезно. Перца с солью у нас нет. Как нет? Так насыпь. Перец где-то есть. Перец где-то есть. Его надо искать. И можно и поесть. Ладушки. Утро доброе. У нас раннее утро. Проснулся я. То все. И что вы думаете? Начали делать с девками печенье. Вон какие. Разные. Арома. Сделали, испекли. У нас тесто было. И все. Разморозили тесто. Со вчерашнего дня его сделали печеньки. Кто что делает. Так что как-то так вот. Не выспался ни хера. Алиса разбудила. Вчера что-то начали елку ставить. И она там свои подарки. Что под елку тулит и тулит. Шкребет и шкребет. Она прямо у меня над ухом. Рядышком вот прям. Меньше метра. Поспать не дали. Вкусные печеньки. Бомба. Это тесто на орешке. Прямо поднялось так. Ништяк. И все. Так что ладно. Новый день. На этом закончим. Вчера что-то делали так. То все. И сегодня. То все. Ничего особенного, короче. Грею чайник. Да и все, пожалуй, на этом. Может быть, попьем чай. Я там кино какое-то смотрю. Не знаю какое. Не помню, как называется. Цветы растут. Этот вообще вымахал, но ни одного плода нету. Ладно. Будем думать. Суббота. Не сидится нам дома. Поехали, короче, мы на дачу. Что там делать, Анют? Проверить. Проверить. Нам надо проверить, не у упало. У нас у знакомых на беседке крыша, короче. Упала. Упала. Проломила, да. Продавила. Ну, вот мы едем свою смотреть. Да, боимся. Да не то, что боимся, просто чтобы знать, что наверняка или стоит, или упала. Да не, просто проедемся, посмотрим. Вон все стоит, ничего не упало. Да, конечно, кто делает? Профессионал. Следы есть. До ямы. Вон. Додик. Додики вышли, встречают нас. Лают. А у них там батя. А он закрыт, видать. Они его зовут. Короче, все, сейчас поедем. Девочки, сегодня у меня елочку нарядили. Смотрите, какую. А? Какая елочка? И звезда горит. Горит звезда? Горит звездочка. Белочки. Листики. Такая елка будет, короче.
как она называется? Серебряная? Серебро. Ну, ничего так. Ничего лишнего. Все вот так вот, как есть. Как есть, так есть. Такая елочка у нас будет. Фото. Оба, на память. Как вам? Мне бантики нравятся. И шишки. Шишки нравятся. И в этот год елка будет около меня прям. Здесь у меня. Все. Все около меня будет. Елка. Хоровод здесь около меня будет. Короче, как-то так. Что скажете? Все заболели? Все заболели новым вирусом. Пора вызывать врачей. Вот так вот. Анюта вышивает ковер. А, ну под подушку. Ну это я потом вам покажу, когда она сделает. Что получится. В какой-нибудь другой серии. Они вот пяльцами своими. Пяльца, что там? Иглы. Пяльца, ткань. Пяльца, ткань, да. Нет. Вырезают. Софи мультики дал смотреть. Смотрим звезды в Африке. Все. Давайте до скорых встреч. На этом, пожалуй, все.